Так, спасибо большое Зураб Бекаури за донат с текстом. Готово нахуй. Я бы попросил, чтобы сильно не били, но было бы наивно полагаться на это. Так, господа, я в предвкушении. Тут, значит, перевели универсальный комментарий на грузинский. Давайте послушаем, что из этого вышло. Я, наверное, даже напялю наушники, чтобы все-таки там голосовуха просто, чтобы как-то все как следует разжевать. Блин, пока я их в руках вертел, все уже довертел до того, что запутались. И врубаем. Была не была. Не грузится. Так. Че, как дела, ребят? Ну, просто обидно, если я сейчас поставлю на паузу запись видео, то самый вот первый момент того, как я уже это услышу, он будет просран. Это будет обидно. Сволочина такая, ну че не грузится? И что делать? Так, короче, пробуем телегу, короче, по сатане закрыть. Вот так. Через диспетчер задач. Гнался молодежная песня, спасибо. Да. Вот, кому нравится, ищите мою песню, которая называется «Гнался». Ну, она такая простая, но вот мне захотелось такую сделать. Так, слушаем. Пробуем. Нажал. Нет, не грузит. Ебучая тележка. Ладно, пауза пока тогда. Так, 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 так. Так, пошла. Сейчас погромче себе сделаю. Ну, спета как бы не спета. А, не, нормально даже. Зевит бозеби. Лайки та свакле. Я только лайк понял. Хуэла шегецит. Не строят, да, гитар, по-моему? Чуть-чуть. Или сильно. Деда техлари, мама гуманитари. Эсарис универсалури комментари. Смоергеба не письмир пост, ам симхерис гамокиде из гахтепа ахламими. Блят. Ну, блять, я тоже понял. Ну вот где вот в этом моменте, я думал, мне вина перечисляют. Мама гуманитари. Вот здесь. Эсарис универсалури комментари. Кто хотел бы универсавури? Или все-таки комментарий выпить? Ну, не знаю, прикольно, забавно, действительно, слышать перевод еще и на, типа, не на английский язык своей песни. Спасибо большое, ну, типа, как говорится, лайк за старание, вот. Вот, собственно, если есть кто-то из подписчиков еще, кто знает грузинский, можете оценить, как бы, перевод. Норм или не норм. Так, спасибо большое. Спасибо за донат.